Привет зрителям. Обзор опять еды интересный, который я нашел. Мандарины 55 рублей. Ну, это отличная цена, потому что даже сейчас свежую эту картошку продают по 50 рублей. Ну, а дефекты, видите, они в пятнах. Не совсем нормальные. Вот. Из-за этого. Но внутри вроде нет дефектов. Сейчас я. Что-то оборвался ролик. Взял, оборвался. В общем, не буду повторять. Я просто покажу, как внутри, потому что бывает высохшее, бывает снаружи красивое, а внутри фигня нормальный. Что он выключается? Что-то новое, вроде не выключался, первый раз такое. Шла запись, сам вырубился. Ведь каждый день какие-то новые сбои. Так. Огурцы 50 рублей. Ну, они типа дешевле, потому что, видите, помятые уже немного. Поэтому дешевле. Так обычно огурец. Ну, это 45 было. Ну, почти что там 60-70 где-то огурцы самые дешевые. Я даже не пробовал. Может быть, они горькие, еще что-нибудь. Сейчас попробуем тогда, чтобы пустые обзоры не делать. Внешне я не вижу дефектов. Ну, нормальный огурец, может, кислит немного, потому что не совсем новый, свежий. Помидор, что-то 58, по-моему, ну, будем считать 60 рублей, дешевле не было. Помятый, что ли? Нормальный помидор. Цена тоже хорошая. Так. Да, вот эти груши я показывал, они были 40 рублей, сейчас подорожали немного, стали 50-60. Там 48 рублей, ну, для груши, то есть, ну, даже 50-60, ну, ладно, 60 рублей, 58 там, например, для груши это очень хорошо. Ай, кстати, жестковато, сейчас посмотрим.
Нормальная груша. Да, сорт Вильямс какой-то, по-моему, сорт. Не знаю точно, что за сорт. Так, и еще одну вещь. А, точнее, две вещи. Клубника была 120, в одном ларьке было 100 рублей, ну там 98 под 100. И вот это 65 вообще, килограмм 65 клубника. Ну это же пахнет. Это же пахнет ягодами. Прикольно. Не знаю, российская, турецкая, не знаю какая. Что-то не отодрать. Наверное, не сильно спелая. Такая, в общем. Немного кисловато, но нормально. Все равно цена хорошая. Ну и то все равно много не купишь. Сколько я здесь купил? Вот это все, что я купил. Грамм 300. Даже такой дешевый клубники. Так. И ананас. Мятый ананас. 25 рублей штука. Так, что мне? Вот такой вот ананас. Обычно 50-100 рублей килограмм стоит самый дешевый. Иногда 50 бывает в ленте. Этот дешевле, потому что, видите, он темнеть начал. Темнеет, то есть темнеет, это уже опасно. Вот еще темное место. Так снаружи не видно. Вроде он типа зелененький, свежий. Но внутри, видите, уже пошло коричневое. А должно быть желтое, светло-желтое. Вот. Но этот еще более-менее. Что-то он сохнуть уже начал. Я его только разрезал. Ну, раньше я кожуру сдирал, а потом посмотрел картинку, просто режешь как арбуз и изнутри ешь. Ну и кочерыжку вот эту срезаешь. Ну, вообще редко как бы ананасы я раньше ел. Тут вот дешевые просто попались. Поэтому уже стал разбираться. И в манго. Ну, манго я много наснимал уже. Сейчас они продаются, манго, кстати. Я не покупаю. Потому что там одно манго 50 рублей стоит, а оно грамм там 200-300. Ну, это дорого получается. То есть, если 200, ну, 300, ладно, грамм 300 на 3, 150, так они и в пятерках почти что за 200 рублей продаются. Он у нас прикольный, вот по вкусу. Прикольный фрукт. Если, конечно, не попадать на гнилье.
такое вот опасные места. Так. Ну, теперь все. В Перекрестке я видел ананас килограмм 100 рублей, 110 был. Ну, там, конечно, уже без темных пятен. Тут дешевле, но и с дефектами, с такими. Ну, всем спасибо. Так, у меня хоть ролик записался. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления, и я расскажу всегда что-то интересное, что найду. Вот. Ну и, конечно, либертарианцами становитесь. Ну, мандарины марокканские такие, 100-150 стоят. В магазинах, наверное, сами уже знаете, без меня. Ну все, пока всем.